приготовим колбаски куриные на сковородке с картошкой после трудовой рыбалки. Сейчас пока костерок прогорит, почистим картошку, подготовим колбаски. Ну что, друзья, готовим колбаски. Сейчас нальем масло, сковородка тоже прогрелась. Только не встречал тех, кто просто так задарма чинил башмаки бродяг. Не с календарем, ложим колбаски. Красота. Сейчас обжарим с двух сторон, добавим картошечки, лучок. И будет шикарный ужин. Это просто красота, друзья. Колбаски куриные, картошечка с лучком. После трудовой рыбалки это вообще это бомба. Аромат стоит. Я еще чуть-чуть их присыплю перчиком. Будет вообще шикардос. Добавляем картошку. Сейчас картошечка чуть-чуть поджарится и потом лучок. Друзья, это что-то. И теперь лучок. Лучок крупно. Ужин был просто шикарный. Сейчас чуть-чуть подсолим картошечку. Она уже до полной готовности дошла. Чуть-чуть попозже поперчим. Ну что, друзья, наша картошка готова. С колбасками. Из курицы, очень аппетитно, очень красиво, аромат стоит сумасшедший.
ворчание, жаристость, все то, что мы видим. Что, друзья, всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. А я пошел кушать. Всем приятного аппетита.